Привет, друзья! С вами Зверько, и хочу вам продемонстрировать измененного Бэйна. Положа руку на лицо, хочу сказать, я ожидал другого. Арт глубоководного удильщика мне нравился гораздо больше, чем удивленного осьминога. Но, как говорят, на вкус и цвет. Перейдем к навыкам. Первый навык. Теперь не самонаводящийся, а скорее напоминает выстрел турбосвина из Overwatch. Летит снаряд, который разрывается в конусообразной области при попадании в цель или в конце полета. Урон физический, немного замедляет и накладывает эффект чернил. Второй навык. Бэйн делает глоток бормотухи, чуть хилит себя, получает ускорение бега, а пока свежая бормотуха переваривается, он может ее отрыгнуть. Ну ладно, плюнуть в противника. Плевок происходит по весьма широкой области и наносит магический урон. Чем дольше Бэйн держит в себе выпивку, тем сильнее урон плевка. Также накладывает эффект чернил. Ульта. Бэйн вызывает косяк рыб. Хотелось бы акул, но, судя по урону, это просто злобная треска. Косяк атакует противника, либо башню, и может нанести урон соседу. Но зачем-то сделали разработчики ограничение до двух противников. То есть всю массовку теперь не поатаковать. Урон до отвращения мизерный. Пассивку же почти не изменили. Лишь теперь, если вы рукой бьете противника, на котором эффект чернил, перезаряжается пассив быстрее. А так он по-прежнему наносит урон противникам в области. Вот такая спорная на данный момент переработка героя. Я думаю, его еще не раз изменят. А пока наслаждайтесь геймплеем. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь. Всем пока! Thank you.
Yes, it's gotta be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll say.